Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры художников Сантьяго Ребул, жертвоприношение Исаака. 1857 год, холст, масло, 273/186. Достаточно большая картина. Сантьяго Ребул, выпускник Мексиканской художественной академии Сан-Карлос, в 1850-х годах продолжил обучение в Римской академии Святого Луки. В собрании музея хранится принадлежащая его кисти работа «Жертвоприношение Исаака». Чтобы испытать силу веры Авраама, Господь приказал ему принести в жертву единственного ребенка. Не смея ослушаться, мужчина привел сына на место, связал его и положил на приготовленный жертвенник. Но в момент, когда он взял в руку нож, ангел воззвал к нему с неба: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Посмотрев вокруг, Авраам увидел заплутавшегося в чаще овна и заколол его. Этот ветхозаветный сюжет в христианской традиции воспринимался как прообраз принесения Богом жертвы Иисуса Христа. Согласно академическим канонам, мастер представил библейских персонажей, воплощавших идеи верности долгу и покорности высшей вере в идеализированных образах. Тела Исаака и ангела напоминают мраморные статуи. Их белизна подчеркнута золотисто-желтым цветом одеяния Авраама. Вот такое описание к работе жертвоприношения Исаака Сантьяго Ребул я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался текстом «Великий музей мира». До свидания.